Ну что, вот я добрался до реки Латвы, но по такой дороге вся раздолбанная. Наверх не подняться, поэтому я иду пешком. Это будет часа на полтора дольше, наверное. Потому что, слушай, приехал в такую даль за 150 километров. Ну, подойду к чему-нибудь интересному, включусь. Вот сколько снегу. У нас в Апатитах намного меньше. Тут вроде южней, а снегу почти до колена. Так, если свернуть вот на эту отворотку, там дальше будет два ствола. От них будет вниз идти лестница и будет большая выработка. В Таркрейте все, по которой можно спокойно ходить. Вот. Там будет склад ВВ. Можно заехать на машине туда, за первыми домами и на отвал. А нам дальше. Ну вот отсюда хорошо видно остатки ствола. А один чуть левее. И вот от него к штольне шла большая деревянная лестница. Здесь он вентиляционный восстающий с табличкой «Осторожно». И огражденный колючкой. А нам еще выше. Вон до тех отвалов. Все видно через деревья. Но обычно я проезжал выше. Вон до тех отвалов и сворачивал. В принципе, можно пройти и здесь. Я здесь еще не ходил. Может, что-нибудь новенькое вижу. Вон, кругом блоки. Трубы лежали. Вот такие карьерчики кругом. Наверху находится вышка, антенна. Идут провода на самой горе. А мы двигаемся дальше. Вот такие тут карьерчики попадаются около дороги. Там вон выработки были. Выход. Это от дороги кто-то проложил тропинку. Наверное, в какую-то штольню. Пойду по следам. Потому что моя штольня выше. Пройдем, посмотрим. Вот следы пропали около стенки. Но там ничего нет. Дошел обратно, пошел. У меня же теперь выбора нету, надо идти к своей штольне тут пробираться. Вот я добрался до штольни. Сейчас хорошая возможность проверить мой фонарик новый. Пойдем. Какая красота. Все-таки одну заломал. Вот такие тут заколы.
Да. Хорошо. Тут вывал такой. Что-то мне не хочется идти дальше. Слишком опасно. Так, ну в ту сторону я, наверное, не пройду, потому что полные сапоги воды уже набрал. Мне еще по сугробам идти. А здесь. Я так понял, что кварцевая комната находится вон там. Я в таких сапогах туда не пройду. Что, пошел обратно по воде. Полные сапоги воды набрал, блядь. Придется идти к машине. Вот такая, блядь. Вылазка получилась. Такие сосульки. Фонарь новый оказался говно. Сапоги набрал, блядь. Как-то так. Ну что, у меня как обычно с двух раз ничего не получается. Штольня оказалась с водой. А лед не очень хрупкий, это твердый. Короче, набрал целые сапоги. Мне еще по дороге сейчас идти, наверное, километра два. Так что придется отложить до следующего года, до лета. Как-то так. Всем пока.